Локобол всем нужен обязательно. Посмотрите, сколько эмоций, сколько детей здесь. Это надо поддерживать и надо продолжать. Это очень хорошее соревнование для детей. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light, and everything is in its place. Ooh, I woke up feeling great. Today was made for me, and life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. То, что мы тренировали за неделю, они должны это выполнить. Дается задание перед игрой, и все это выполняется или не выполняется. Ну, насколько вы довольны выполнением этого задания? Ну, мальчишки, выиграли, скажем так, да. Понятно, что хочется через яркую, красивую игру выиграть. Было столько моментов, хотелось бы немножко, чуть-чуть побольше забить. Вот. Но есть над чем работать, скажем так. Уровень у ребят... Им по 8-9 лет, он очень хороший, они хорошо тактически подготовлены, они правильно, такая расстановка на футбольном поле, они хорошо понимают футбол. Главная победа? Главное обучение. Мы работаем в академии, это обучение, а победа уже от хорошей игры. Будет хорошая игра, будет победа.